Яркие костюмы, акробатические трюки и звонкие речевки. В клубе «Чайка» открылось новое направление. Здесь юные саровчанки старше 14 лет смогут попробовать себя в чирлидинге. Также на базе этого клуба возобновит работу и театр моды «Русь», в котором ребята будут изучать дизайн одежды, учиться шить и показывать свои работы на подиумах разных конкурсов. Вообще в наших клубах очень много разных направлений. Вокальное. И русский вокал, и обычный эстрадный вокал, да, более общее такое направление, хореографические направления. У нас представлены изобразительная деятельность, рукотворчество абсолютно в разных стилях и разных направлений. Узнать подробнее о работе кружков и секций, наличии бюджетных мест и о том, как правильно подать заявку через интернет-портал «Навигатор», можно, посетив День открытых дверей. В клубе «Греция» он пройдет 26 августа в восходе 1 сентября, 2 сентября в клубе «Чайка», а 3 сентября в «Мечте и здоровье». Как всегда, у нас в работе физкультурно-спортивное направление, то есть силовые виды спорта, тренажерные залы. Это такие виды спорта, как пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. Вы неоднократно снимали репортажи с нашими призерами и победителями по тяжелой атлетике. Приглашаем ребят в тренажерные залы, подростки, где-то с 11-12 лет. Более подробную информацию о работе бюджетных секций можно узнать по телефону 98-103, вне бюджетных по номеру 94-527. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей Саров, 24.